Если человек пришел к паническим атакам, то это точка кризиса. А любая точка кризиса – это всегда попытка найти новую жизнь, новые отношения, нового себя и стать лучше. Поэтому я бы рассматривал панические атаки на самом-то деле как прекрасный трамплин в гораздо более качественной личной жизни и внутренней. А не надо рассматривать, что я пришла к паническим атакам, какой кошмар. Нет. Я пришла к эмоциональному расстройству, потому что я много лет подавляла себя. Я жила так, как надо другим. Я там невротически доказывала кому-то и что-то. Я жила с человеком, которого не люблю, а надо, потому что правильно. Я училась там, где надо родителям, и там, где надо мне. Я ходила на работу, потому что папа мне там помог туда устроиться, мне там плохо. И если я пришла к паническим атакам и тревожному расстройству, наверное, это логическое следствие той жизни, которой я жила все эти годы. Поэтому это прекрасная возможность переосмыслить то, как ты живешь, и то, как ты реагируешь, и на что.